Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу о самом ликвидном автомобиле и безымянном герое. Американцы назвали самую выгодную при перепродаже марку автомобиля. Нам эта новость интересна тем, что рейтинг «нет-нет» да влияет на цены на подержанные автомобили по всему миру. Ведь США – второй по объему рынок в мире и самый избирательный и педантичный. Так вот, в категории «самый ликвидный бренд» победителем стала Toyota, которая обошла Subaru, бывшую на первом месте с 2014 года. В категории «самый ликвидный люксовый бренд» тоже произошли изменения. Бывший первым целых 5 лет Lexus уступил свое место Porsche. В числе самых ликвидных автомобилей года в американском списке значатся Jeep Wrangler, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado и прочие модели, продающиеся исключительно в Америке. Общая тенденция такова, что несмотря на победу Porsche, японские автомобили по-прежнему на вершине. Кстати, ровно такая же ситуация и в России. На вершине перепродажных рейтингов у нас числится Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser Prado и Honda CR-V. Среди российских брендов лидирует УАЗ. Помните стихотворение про «ищут пожарные, ищут милиция»? В Москве сейчас тоже ищут. Недавно в столице произошло ДТП, в результате которого девушка-водитель японского автомобиля оказалась в реке. Прибывший на место инспектор ДПС не стал дожидаться спасателей и решил спасти девушку сам. Ему на помощь пришел случайный свидетель. Вместе с ним они разбили стекло автомобиля и вытащили пострадавшую. Инспектор был доставлен в больницу с обморожением. Теперь его, скорее всего, представят к награде. А вот общественный спасатель от помощи отказался. Сел в машину и уехал, даже не назвав своего имени. А инспектор не смог запомнить номер автомобиля. Теперь его ищут с помощью видеокамер. Ищут, чтобы отблагодарить и выяснить, как он себя чувствует после ледяной ванны. О награде для неизвестного героя ничего не известно. Хотя, справедливости ради, он ее достоин. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».